Maravilha. Mm-hmm. Вы босиком вот тут, вот, вдоль берега, ну да. Ну вот вдоль берега. Ну туда идите. А где камни-то? Босиком только. И да, а, камни где? Вон там. Слушай, а вот этого мыса нет, да? Саша. Мыс смыло. Там такой мыс был. Ну не дави. Откори, ну-ка. Ау, мантиды. Мамонты на себе. Волосы в нем подметают детские штуки. Ну одевайся, что ли. А у Маши посмотрите. Не, мы стоим у нас у всех. Вот это знаешь такое. А Маша. Типа. А тут ёлки. Знаешь, какой днём. Маша. У меня тоже волосы. Вот это? Каримат-то наэлектризованный. Поэтому... Мама, да? У тебя тоже. Ты вообще электризованный. Вот. Туча. У Машки тоже волосы дыбом стоят. У мамы волосы вот длинные. Мама, вот это... Мама, это удивление. Че вы как вместе? Посмотри, посмотри. Мама, это удивление, что у меня такие волосы. А у тебя челка тоже дыбом стоит. Маша, вот и как видно. Это мы искупались. Кто искупался просто? Я. Смотри, у нее как. Смотри. Смотри, а у Любы, смотри. Маша, у тебя длинные волосы, становись, как такая длинная волосина, раз вот так. А в чем дело, вот действительно? Да это вот из-за тут. У меня тоже, да? И у тебя тоже. Смотри, вот волос летает. Смотри, смотри, у Маньки какой то. Маша, убери руки. Руки убери. Руки убери. Невероятно. Нет, там волосы. Ну, мама, зайти. Да убери руки, убери. Маша, убери руки. Вот это. Смотри, я такое явление первый раз вижу. Сзади убери. Маш, ты убери руки, тебе говорят. Маш, иди сюда. Смотри. Я сама смотрю. Руки убери. Убери руки. Как деревья растут. Я смотрю на него, как он поднимает. Маш, набери руки, посмотри. Смотри, челка вверх полезла. Ну что-то это непонятно. А у матери вообще прыгает. Мама, у кривого становится. Я не могу так у нее, смотри, целая прядь. Целая прядь, ты не видишь. Да. Ну положи, зачем? Да, не так у нее вот так. А так сразу смотри, раз убрал, еще с дыбом. А вот так смотри, смотри, нету. Видишь? О. Нет, это получилось. Каримат, он же... Нет. Надь, смотри, какой электричество? Вот смотри, вот. Смотри, смотри. Видишь, нет. Он его изолирует. Это от туч. Это туч. Это что туда? Мне главное, мокрый голос, они же электропроводные. Это человек так его? Ну ты на гуманоидика смахиваешь вообще. У тебя антенночки такие. У тебя вот длинный плод. Ну ты вот, ты смотри, Маша, какие. Спокойно, стой, и пусть у тебя волосы поднимаются. Смотри, вертикально. Сейчас все волосы, представляешь? Да не трогай руками. Да я уже не могу, хватит. Маш, ты тебя не снимай, когда ты его встанут. Мам, вот тебя пускай, смотри, как у тебя много. Давай, пускай. Нет, Маш, посмотри.
настоящая. Смотри, у нее целая прядь. Ну, главное, толстая прядь поднимается такая. Так у тебя на затылке, ну, так? Ну, вот, видно, она не купалась, все сухое, вот, все. Ну, это просто урешенка. Помечаю. Ты где-то? Ты у тебя как это? У тебя все больше и больше. Маш, встряхни ее, головой встряхни. Вы еще больше стали. Видите? Все больше, Маш, потряси головой, а? Так это, блин. Ты себя посмотри. У меня тоже. Слушай, ты что-то такое, может, какая-то аномалия какая-то. Я рыба укусила. Маша, посмотри, насколько вы ушла. Не в этом.